Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Католіки Беларусі адзначають сьогодні Рождство Христова. Святочныя месы у Гомелі пройшли у римско-католіцькім приході Рождства Божої Маті. Широкоформатный телевизор, акустичные колонки, радиомикрофоны и микшерский пульт. Шеф из управления внутренних справ Гомельского облвыканкама наведали областный дитячий дом. У Гомеля отбылся первый этап кастинга на удел в национальном конкурсе прихожости «Мисс Беларусь». А зараз об этом иншим больше подробязно. Католики Беларуси отзначают сегодня Рождество Христова. Со святом их повиншовал президент краины. У теплой атмосферы колядных дён ярко выявляются усе лепшие якости людей, натхненных моральными каштоўнасцямі христианства. Гэта свято обновления с пагады и милосердности, говорится у віншаванні. Президент пожадал усім моцного здоровья, миру, счастья, невычерпной энергии и натхнення. У Гомелі центром святочных мероприемств стал римско-католицкий приход Рождества Божьей Матери. После того, как в 1940-м у Гомеля взорвали католический храм, у регионе не осталось ни одного костела. И только в 1990-м верникам передали былую православную церковь, возведенную на старожитных новиковских могилках. Еще через 10 годов ее святили уже католический приход. 20-е стагодие на постсоветской просторе было часом атеизму, что, безумовно, отбилось на относительных участке людей до веры. Але заработать у всех атеистами все ж таки не отрымалось. У Гомеля католики протягивали час тайно собирались на молитву у приватном доме, куда інший раз приезжал так само священник. Сегодня все изменилось. У приходе Рождества Божьей Мати сотни прихожан, для яких этот день самое великое свято. Сегодня Рождество, и мы в яслях рождественских видим маленького Иисуса, который приходит к нам как человек беззащитный, чтобы показать, единственная его цель – показать нам, насколько он нас любит, насколько он к нам близок. И если кто-то сомневается в этом, что Господь Бог близок, то вот, сегодня это тот день, когда эти сомнения можно развеять. До Рождества Христова у Гомеля промеркованы 4 святые месы. Пастерка, самое головное, у полночь, и потом еще 3 на протягу дня. Жить у сгоди с собой, природой и Богом. Для соправдных верников это практически закон. На Рождество шмат такие прохожане Гомельского костела завершили 9-месячную молитву за ненароженных детей. Как символ выратованного от аборту дитяти, яны приносили у храма ружи, которые ставили перед алтаром. А прача того, сегодня допомогу бездомным оказывают миссионерки, сестры Мати Терезы, а непосредственно в приходе проводится сбор сродков для будовництва у Гомелі центра для детей-инвалидов. У Вугли святкование Рождества у Гомельском костеле будет протягиваться несколько дён. На сероду запланованы уже традиционный бесплатный концерт классичной музыки, а у неделю 31 снежня дети покажут батлейку, невеликий колядный спектакль. Что тычется непосредственно Рождества, то шмат кто проведет свято сирот близких и родных, коли у доме есть Христос, есть любовь и взаиморазумение. У нас очень большая семья. У меня есть бабушки, дедушки, двоюродные братья и сестры. Мы собираемся за большим столом у бабушки с дедушкой. И дедушка читает молитву. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Новый год с новым домом. У Гомеля отбылось открытие еще одного дитячего дома семейного типа. Во уладкованном двухповерховом будинку будет жить семья Казаченко, которая выховывает 9 приемных детей. На новоселье побывали наши корреспонденты. Людмила и Анатоль – батьки с великим стажем. Яны уже выгадывали 4 своих и 3 приемных детей. И вот супруги Казаченко вырешили еще раз стать мамой и татом для детей с особливым лёсом. Сегодня у них 5 девчинок и 4 хлопчики. Самому маленькому вось-вось исполнится 2 года, а самому старейшему 16. Ну здесь детей побольше, ласки, комната будет. По дому буду помогать, папе, маме помогать. В магазин, например, ходить, мусор выносить. До великой компании супруги Казаченко привыкли с дятинства. Ободва росли и выховывались в шматдетных семьях. Сегодня яны сами заявляются батьками для 16 детей. При этом у ближайший час планируют усыновить еще одного. Хотим еще что-то хорошее, полезное сделать в этой жизни. Так как мы любим детей, мы сами многодетная семья, вырастили детей, говорю, столько. Мы решили вот добро сеять это семя нашим
сейчас нынешним приемным деткам. Лепший подарунок до Нового года великая семья отримала от державы. Дякуючи активной праце гомельского гарвыканкама были притягнуты инвестиционные сродки на будовництво дитячего дома семейного типа. Он отримал прописку на улице Белицкой. На 180 квадратных метрах у два поверха размещены 4 спальни, кухня, столовая, а так само великий гульнявый покой. Дом обсталеваны системой видеоназирания, усю необходимые мебли и техникой. Так само есть гараж, огород с теплицей и иншие господарчие побудовы. До речи, это уже 6-й по лику дитячий дом семейного типа в областном центре. В прошлом году было более 10 детей передано в интернатное учреждение. В этом году только 2. Дети, нуждающиеся до государственной защиты, попадают в детские дома семейного типа, минуя интернатное учреждение, и сразу уют и тепло родителей они ощущают сразу с первого же дня. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Широкоформатный телевизор, акустичные колонки, радиомикрофоны и микшерский пульт. Шеф из управления внутренних справ Гомельского облвыканкама наведали областный дитячий дом. Новое обсталявание будет выкарыстовываться для проведения культурно-выховавчих мероприемств и демонстрации презентации. Обжидание выхованцев и администрации установы отримать миновито такие подарунки. Супрацовники милиции доведались еще летом подчас суместного святкования Международного дня обороны детей. Зараз тут проживают 70 неполнолетних во возрасте от 3 до 18 годов. Еще 15 выпускников все лето покинули стены дитячего дома, причем двое из них поступили в высшие навучальные установы. По словам начальника областного милицейского управления Владимира Захарчука, все ожидания выхованцев обовязково станут реальностью, але для этого необходимо выдатно учиться и добро себе поводить. Что тычется выховальников, то они сделают для этого все махчимое. Это большой и огромный труд. Но я думаю, тот коллектив, который у вас уже на постоянной основе, занимается воспитанием детей, ваш опыт, оно приносит положительный результат. Еще раз всех с Новым годом, с Рождеством, с новыми приходом каких-то положительных эмоций, здоровья, благополучия. Спаборництво помеж районами Гомеля на лепшее новогоднее упрыгоживание набирая обороты. Колькость светлодиодов узрастая, архитекторы не стомляются здивлять новыми идеями. Кольки для этого запалили лямпочек и какие новые архитектурные формы узвяли, расскажут мои коллеги. Больше як 10 километров светлодиодных стужек, каля 7 тысяч светлокропок, и это только на головной елце Гомеля. Увогуле, колькость светлодиодов, которые до Нового года упрыгожили областный центр, просто зашкаливая. Над створением святочной атмосферы штогод працует целая армия специалистов. Архитекторы, дизайнеры, специалисты службы жилево-коммунальной господарки, гарсветло. Каждый раз им кнутся сдивить. Все лето изменилась и тематика светловых композиций, и их колькость. Так на головной площади города появилась целая экспозиция со знаков зодиаку, а на площади працы залетали феи. До того же у центра города снова начали працавать фонтаны, правда, у зимовом формате. Замест струменя у воды светлодиодные стужки. При этом проиграть у выдатках на электроэнергию авторы проектов не боятся. В городе более 36 тысяч светоточек, это что касается только освещения. На сегодняшний день уже около 9 тысяч это светодиодные светильники. Вот только в этом году мы установили около 2 тысяч. И 100% освещения города Гомеля – это энергоэффективный светильник. Это уже мы уже идем вторым этапом энергоэффективности, все меняем на светодиоды. До речи, старая иллюминация споживала у 6 разов больше электроэнергии. Поступово ее заменяют на светлодиодную. У вынику рост колькости сучасной иллюминации в городе не только не бьет по кишени, але и дозволяя переходить в абсолютный режим энергосбережения. И это еще больше мотивует районы города змагаться за перемогу в штогодовом конкурсе на лепшее новогоднее упрыгоживание. Один из фаворитов конкурсной гонки центральным. Летость была проведена колоссальная праца у сквера имя Громыки. Тут з'явился целый парк с архитектурных мини-композиций под назвой «Семь цудов свету». И вось напередодні 2018-го з'явилася подстава изменить назву. До існуючих додались еще две композиции – Римский Колизей и Киевский Софийский собор. До речи, авторы проекта не выключают, что в будущем парк архитектурных формов будет пополняться. В этом году мы решили концепционно подойти к вопросу именно дальнейшего
дальних микрорайонов наших новых, это 17, 18, 19, именно площадка перед Ледовым дворцом. Это уже место, как говорится, традиционно стало проведение всех мероприятий праздничных, поэтому мы решили не приукрасить данную нашу елку. Горожане это оценят, я думаю, по достоинству. Святочная иллюминация в областном центре будет радовать нас до середины студеня. До того часу как раз подведут выники штогодового конкурса. Однако створальники светловых объектов в каждом районе кажут, что главная мотивация для их немогчимость отримать перемогу, а праца деля настрою таких же жихаров Гомеля, как и они сами. Кабадзяне светлодиодов взяли и в очи их сузиральников. Ганна Ковалева, Максим Савин, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі на маршрут вийшов новогодній тролейбус. Ілюмінований транспортний сродок – подарунок до свята від колектива підприємства «Гар Електротранспорт» гомельчанам. Кожний год перевозчик рихтує подобні сюрпризи. Сьогоднішнє освітлення – особливе. Тролейбус переливається фірменними кольорами підприємства. Це перший тролейбус в Республіці Білорусь, який не просто світиться, він переливається цвітами. І я думаю, що нашим жителям він подобається. Працювати новогодній тролейбус на 20-м, самим протяглим гомельським маршруті, буде до 15 студеня. А у новогоднюю ночь його пасажирів чекають сюрпризи. У Гомелі відбувся градський етап кастингу національного конкурсу пригожості «Міс Білорусь». Отбор кандидаток проходив у Центрі моди і пригожості «Хрустальна німфа». На кастинг чекали дівчата від 18 до 24 років з видатними зовнішніми даними і ростом не ніже за 174 сантиметри. Серед потребуванняў так само – відсутність татуїровок і пірсінгу. Окрамя того, претендентки на звання «Міс Білорусь» повинні були ніколи не состояти у шлюбі, не мати дітей і у певної міри володати актерським майстерством. Оцінювали конкурсанток, стилісти, фотографи і інші спеціалісти індустрії моди і прихожості. У виніку путівки на обласний етап отримали 4 дівчини. До речі, організатори городського відборочного тура мають намір провести ще одну хвалю кастингу серед гомельчанок і одобрати ще 6 дівчат. У виніку Гомель на узровні в області представить 10 конкурсанток. До речі, своїх кандидаток було пропоновано одобрати у всім районам Гомельщини. Фіналістки районних етапів зустрінуться 26 студеня на обласному етапі. Затим будуть обрані самі моцні претендентки на звання «Міс Білорусь», за якою, до речі, вони позмагаються у маї наступного года. Я участвую в конкурсі красоти доволі-таки давно приймала участь, почала приймати участь. Це завжди цікаво, це завжди волнительно, але, мабуть, найцікавіше те, що во время подготовки ты сильно сближаешься с участницами, и это очень новое знакомство, это новое впечатление, это всегда интересно. Поэтому я решила принять участие в более масштабном конкурсе красоты и надеюсь, что все получится. Это республиканский конкурс, будет жесткий отбор, будут обязательно рассматриваться девочки ниже 174, мы никого не будем брать. И в полуфинал, финал будет проходить от 25 до 35 участниц, это со всей республики. Скарабеи, маски, мумии. У Гомелі представили историю старожитного Египта. Выстава разместилась одразу у 6 залах Палацу Румянцевых и Паскевичев. Религийное верование, архитектура, история и культура старожитного Египта притягивают увагу доследчиков на протягу многих стагодзяў. Вокруг этой краины пануя шмат мифов и легенд. Выстава «Скарбы старожитного Египта» – масштабный адукационный проект, який утримливает больше як 300 предметов. Сред их, як докладные копии, так и оригиналы. Фрагмент саркофага, тканина, ювелирные упрыгоживания, амулеты, прилады працы, ритуальные скульптуры и нават мумии, оригиналы яких заховываются у разных музеях свету. Экспозиция формировалась специалистами-египтологами на протягу 10 годов. У яе створении удельничали историки и археологи США, Германии и Великобритании. Выстава ранее экспоновалась у краинах Латинской Америки. Гомель стал другим городом Беларуси после Минска, який отримав шанс показати гэты проект у нашій країні. Поскольку компания, которая создала эту выставку, находится территориально в Латинской Америке, это компания «Агасин», выставка объехала все страны Латинской Америки, была в Бразилии. В общей сложности ее увидели миллионы посетителей. На территорию Европы, как я уже говорила, она приехала впервые. Минск был первым городом, теперь она в Гомеле. Дальше поедет в Румынию.
Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. І на гэтым наш выпуск завершаны. Яшчэ раз усіх хрысціян, якія сёння святкуюць Рождство Христова, віншуем са святам. Да новых сустрэч у эфіры.